График непростой, но это только хорошо, то, что так часто игры всем нравится играть, и думаю, для всех это, в принципе, рабочий график. Нам нужен новый результат, и для нас он важен, и поэтому мы только концентрируемся на своей игре. В принципе, игра с Ростовом, тем более на выезде, непростая игра. Ростов сейчас, думаю, находится в хорошей форме, судя по результатам, много побед. Каждый выезд туда непростой, но мы будем стараться заработать очко. Ростов, да, хорошая команда, был сильный соперник. Да, в принципе, как сейчас у нас были прошлые игры и «Динамо», и «Зенит», и те команды, которые у нас еще остались после Ростова. Но ничего страшного, сейчас мы туда поедем с большим желанием эту игру выиграть. И для этого сделаем все возможное. Если сейчас вы смотрели наши прошлые игры, наша команда всегда прессинговала, всегда находилась у створа ворот соперника. Это говорит о хорошей подготовке физической. Что касается Ростова, для меня это, так скажем, одна из команд, из самых сильных команд в физическом плане и всей лиги. Видно, что там очень хорошая работа проделается в физическом плане, но мы к этому готовы.